Как Слово Божие говорит, еще в Ветхом Завете наблюдает также праздник жатвы. И его еще по-другому называют праздник собирания плодов, или еще по-другому праздник кущей. Это все один и тот же праздник, который праздновал народ израильский еще в Ветхом Завете и празднует Церковь Божия в Новом Завете. И очень много прообразов есть в Библии, которые подходят именно к этому празднику, к сбору урожая. Это и те плоды, которые мы видим, которые приносит земля. И так как человек сделан из праха земного, то, я думаю, тоже Бог и в него заложил функцию, чтобы он мог приносить плоды. И не только, как заповедь Божия говорит, плодитесь, размножайте и наполняйте землю, но также Бог заложил в человека еще и другие плоды, которые он может приносить. Это плод Духа, мы читаем у Галатам. Эти плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот еще такие плоды, оказывается, может приносить человек. И немножечко ниже апостол Павел говорит Галатам: «Не обманывайтесь», это 6 глава 7 стиха, «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И апостол говорит, что где-то бывает трудно делать добро. Это нужно многие какие-то факторы преодолеть, и которые находятся и в нашей собственной плоти, греховный закон этот, и внешние обстоятельства, да, и давление зла, это духов злобы поднебесной, то для того, чтобы сделать добро, это нужно противостоять вот этим трем, как минимум, таким факторам. Но Слово Божие говорит, чтобы мы не унывали, потому что придет время, то будет воздаяние, будет обильный плод, будет Божие благословение в жизни каждого, кто избрал сей путь. И мы в этот день, его еще по-другому называют день благодарения, мы, вставши, прославим Господа в молитве за ту часть, которую Он даровал нам, чтобы мы могли приносить эти добрые плоды для Царства Божия, быть угодными в уделе Божьем. Мы прославим Господа за такую милость, за такую участь и попросим благословения, чтобы в этом служении Бог обильно дал вот этот полив своей благодати, обильный посев своего слова в наши сердца, а чтобы наши сердца были открыты и готовы воспринять это благословение от Господа. Аминь.